3 февраля в здании администрации Калининского района Санкт-Петербурга прошло заседание общественного совета. Надо сказать, что они проводятся регулярно. В этот раз в повестке дня стал вопрос о перспективах развития Муринского парка. На мероприятии присутствовали представители муниципальных образований, главы комитетов, представители промышленного совета и даже пенсионеры. С докладами выступили начальники профильных отделов администрации района. А вел заседание председатель общественного совета Александр Кошелев. Также в президиуме присутствовал первый замглавы администрации района Сергей Тимофеев и депутат законодательного собрания Андрей Черных. Началось заседание совета с доклада начальника отдела молодежной политики, физкультуры и спорта Елены Чернышовой. Она рассказала о появлении на территории парка новой лыжно-биатлонной трассы. При этом Чернышова пояснила, что по трассу будет отдана не вся территория, а лишь ее часть, без нарушения зоны зеленых насаждений. Сейчас рассматривается вопрос о выделении вот этой части, которую будет занимать биатлонная трасса, естественно, с обременением благоустройства по этой части, на спортивную школу Олимпийского резерва номер 3, которая будет содержать не только саму трассу, но и те участки зеленых насаждений, которые будут в парке. О том, как будет решаться проблема сточных вод, поведал начальник отдела народного хозяйства. Старые работники говорили, что вот дождем питается наш Муринский парк. Они тогда подсказали, что мы делаем специальные камеры. Будут делать, только в проекте есть, где плохие стоки, по-простому говорю, ходят, а дождевые, ну, переливные камеры ходят в Муринский ручей, то есть очищают. Свои дополнения внесли и другие представители администрации Калининского района. По регламенту вначале совет выслушал доклады, а затем все присутствующие могли задать свои вопросы и нести предложения. В ходе заседания стало ясно, что благоустройство Муринского парка планируется закончить к 2017 году.